Здравствуйте, друзья. Доброе утро. У меня должок там один образовался. В ответ на вопросы спрашивал человек по поводу того, как там в Америке с инсулином, ну, для диабета, да, значит, с инсулином, который вдыхают. Вот, мол, одно дело колоть, понимаете, а другое дело, так, раз и вдохнул. Ну, и я, честно говоря, с одной стороны, как бы несу ответственность, поскольку у меня вот диабет, и я инсулин второго типа, но уже там, я добавляю там инсулин, как, ну, врач велит. Вот, а с другой стороны, ничего не знаю про инсулин, который вдыхают. Воспользовался сегодня случаем, будучи у врача, вот у эндокринолога, вот только что я от него вышел, значит, я думаю, спрошу у доктора, правильно? Доктор-то знает, как у нас тут с вдыханием инсулина, потом, ну, может, мне тоже вдохнуть, знаете, как бывает. Он очень удивился вопросу моему и говорит, понимаешь, говорит он, есть такие ситуации, есть такие люди, которые принимают инсулин с каждой едой. Вот он поел инсулин. Я же не врач тоже, я не знаю деталей, я понимаю, что это серьезная штука, и там много вариантов всяких. Ну вот, когда с едой. И это не такой прием инсулина, который позволяет тебе, допустим, там ты вечером принял, и это контролирует твой уровень сахара в крови до утра, например. Да, это не такой инсулин. Поэтому, он говорит, в твоем случае... Но тут он, знаете, как врач, он заинтересовался и говорит, ты знаешь что, говорит он, если ты когда-нибудь что-нибудь такого хочешь сожрать, вот и... Ну, бывает, да, и так тебе хочется принять дополнительно, говорит, может тебе выписать что? Я говорю, не надо. Мы уж так, лучше не сожрем что-нибудь. Я так на этой стороне больше, что лучше не сожрать, чем инсулином это дело занюхивать. Хорошее слово, занюхать, правда? Занюхать инсулином. Хорошая фраза. Так что я не знаю, сказал ли я что-то, какое-то откровение, значит, есть ли в моих словах. Я думаю, что, наверное, если пойти почитать, где-нибудь там погуглить, то, может быть, это же самое все будет, но написано. Но раз вопрос такой был, то я как-то чувствую ответственность. И вот рассказываю. Значит, первое. Это кратковременного действия, и это для тех, кто с едой обычно, значит, принимает с каждой едой. А если человек принимает, ну, скажем, как я там раз в сутки, то, соответственно, как бы нет смысла. Ну, вот такая история. Счастливо!